Городские карты поддержки пора менять. Карты старого образца недействительны с начала ноября. У новых будет больше функций. Теперь их можно использовать для получения зарплаты и пенсии. Городская карта формы поддержки, которую администрация Мурманска оказывает льготной категории граждан. Получить ее могут инвалиды, многодетные малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Стартовал проект в 2011 году. Тогда по карте можно было получить специальные скидки лишь в 10 магазинах города. Однако на сегодняшний день в программе участвуют более 170 магазинов, кинотеатров, аптек и предприятий общепита. Картами пользуются порядка 25 тысяч мурманчан. Проект развивается. На сегодняшний день налажен выпуск карт нового образца. По ним можно не только получить 5% скидку на определенные продукты, но и использовать как платежный инструмент, а также получать на карты пенсии и зарплаты. Карты старого образца необходимо менять. С ноября этого года они действовать перестали. 1 ноября мы закончили обмен старых карт, карт старого образца. И начиная с 1 ноября и по мере необходимости, жители города Мурманска, которые относятся к льготным категориям граждан и имеют право на получение городских карт поддержки, могут получить карты нового образца в отделениях Почта Банка.